Приветствую всех, это Soul Mantra. Кратос и Мимир рассуждают о любви. Приятного просмотра. Мы не одни, Фен. Ангербода. Кратос, Мимир, Фрея. Рада вас видеть. Спасибо тебе за то, что помогла нам выбраться из Асгарда. О да, приветствую славную деву, спасшую наши шкуры. Соглашусь. Твоя великанская магия – настоящее чудо. Мы очень рады, что успели вовремя. Фрея, жертва твоего брата не будет забыта. Верно. Я бы сказал, что ты поразила нашего Атрея в самое сердце. Мимир. О, будто ты сам об этом не думал. Ты ценный союзник, Ангербода. Надеюсь, мы еще встретимся. Думаю, все еще будет. Впереди много дел, а я только начала. Это ты расписывала? Часть да, а часть заканчивала за матерью. Восхитительная работа. Твое мастерство несравненно, Ангербода. Мой сын тоже рисует. Он говорил. Но до твоей работы с цветом ему далеко. Среди нас было много художников, так что у него есть задатки. Нужна лишь дисциплина, чтобы их развить. Ты мне нравишься. Знаешь, в Йотунхейме я хотел было спросить у Ангербоды, какие именно у нее планы на парнишку. Но взглянул на нее, и все сомнения рассеялись. Любой родитель рано или поздно задается таким вопросом. Я доверил ей свою жизнь, и сына тоже доверяю. С этим не поспоришь. Мимир, я сделал достаточно, чтобы его подготовить. Парень пережил проклятый Рагнарёк. Думаю, он достаточно готов. Выживать он умеет, а любить... Брат? Ангербода. Они... О, ну, есть некоторые темы, полагаю, которые я могу обсудить с ним более открыто. И сделал все, чтобы ввести его в курс дела. Ты научил его, как ухаживать? Если откровенно, брат, я научил его тому, как я мечтал бы это сделать. Надеюсь, вам понравилось. Поставьте палец вверх и подпишитесь. Комментируйте. Спасибо.